сказать, что... А? Сказать, что он взрослый. Ну да. Что проходит? Досмотр, обыск? Досмотр. Досмотр. Досмотр? Конечно. А вы просите по воздуху. Хорошо. Нормально. А вы просите по воздуху. А? А вы просите по воздуху. Могу, конечно, сказать. Ну, серьезно. Номер. Номер 02-11-50, машина А-20-90-99. Все правильно. Ну а ко мне какие вопросы? Вы простите, пожалуйста, кто? Старухин Ярослав Петрович. А, можете, будьте любезны, ваши документы. А предмет? В смысле, ну вы нас снимаете. А нельзя? Ну вообще не хотелось бы, конечно. Что значит не хотелось? Моя личная жизнь. Не-не-не, смотрите, не хотелось бы? Конечно. Это для жены и для детей. Ага. Вы в статусе сейчас сотрудника? Конечно. При исполнении? Конечно. И я вас снимаю только как сотрудника. А с какой целью, объясните, пожалуйста? Ну, я смотрю, происходит что-то, понятых нет, идет досмотр. Вы сами, не водитель предъявляет вам вещи, вы сами там ручками. С чем ручками? Еще раз. То, что на видео зафиксирован, я это произношу. Не вопрос, не вопрос. Я с вами не спорю. Я тоже с вами не спорю. Ну и все. Ну, в России открыть багажник. Не вопрос, чего, я могу вопрос. Дальше идти. Я вас вы не спросили мои документы, ну, как бы чего? А для чего? Ну, мало ли, что за человек. Нет, правильно? Так не хочется. Как если вы предъявляете хочется? На основании чего, я вам предъявлю паспорт. А так нет, извините. А вы, с какой целью вот это все происходит у вас, объясните, пожалуйста? Можно меня не снимать, а? Нет, нельзя. Ну, не хотелось бы просто, я вам еще раз говорю. Вы можете меня задержать. Зачем его задерживать? Ну, потому что я говорю, ваши хотения, ну, не имеют, нельзя к делу пришить. Вы обязаны сниматься, вы обязаны. Я не, вот лично вам я не обязан ничего. Смотрите, согласен со мной? Надев форму и дав присягу. Можно мне не снимать? Вы обязуетесь выполнять действующее законодательство Российской Федерации. Согласен с вами. Все. Закон о полиции. Все правильно. Да, вот и все. Я только а вот в законе об этом. О полиции указано, то, что вы мне имеете право снимать? Конечно. А можно стать в подойдите приказ к начальнику, скажите, обороны. Что гражданин вас поставил в неловкое положение. Вообще неловко, согласен с вами. Вот. Целиком полностью. Ну вот, я не просто так это говорю, мои права обоснованы. Я нарушил ваши права разве? Не-не-не, по поводу съемок вас снимать. А скажите, пожалуйста, можно без камеры? Нельзя. Вопрос один, нельзя, без камеры. Нельзя. А чем вы занимаетесь? Вот снимаю вот таких, вот как вы. А таких это каких? Ну, сотрудников полиции, тех, а кто работает чего? На государство. А для чего? М? А для чего? Ну, президентский канал такой, видеоблогеры мы называемся. Снимаем, кто достойно. Чего, как живет жизнь. Ну, и а толк какой от этого? Скажите, пожалуйста. Толк от этого? Да. Преступность меньше становится. Среди кого? Уровень преступности в стране. Суд дает оценки. Суд дает оценки. А мы только снимаем. Я просто не могу понять. Вы говорите, снижается уровень преступности. Да. Объясните, пожалуйста, уровень преступности среди населения приезжего, среди, там, допустим, российских граждан, среди граждан СНГ, дальнего зарубежья, либо среди представителей силовых ведомств. Вот среди всех, кого вы перечислили, если мы посмотрим статистику, везде статистика потихонечку снижается. А подождите, пожалуйста, а вы-то каким образом на эту статистику влияете? Я просто никак не могу понять. Объективно информируем президента, что творится на улице города. Вот Колокольцев одно что-то докладывает, а согласен. На улицах можно творится не снимать, что-то другое. Мне очень приятно. А камера туда снимает, вот она туда снимает. Все, хорошо, пускай туда снимает. Она вот, вы же хотели снять мой смартфон, да, хотите, я могу я вам держу. Показать свое служебное удостоверение, все. Свою всех машину. Благ, я... Живу в этом районе, поэтому мы патрулируем, курсируем, смотрим, что происходит. Держите, давайте. Не могу, меня ждут. Ну, давайте с вами поговорим. Не могу, не могу. Нет, зачем? Ну как зачем? Ну зачем? Все хорошо. Вы исполняете свою работу, я исполняю свою работу. Вам за это зарплату платят? Конечно, граждане. Граждане страны перечисляют мне на карточку деньги за то, что я снимаю. А много? А? Если я тоже поеду так снимать? Нет, немного. У вас зарплата больше, честно скажу. Ну, понимаете, как говорят президент, что у нас зарплата минимум 50 тысяч рублей, а я почему-то получаю 35. Вот для этого я тоже снимаю, чтобы граждане не думали, что у вас высокие зарплаты. Потому что не кто-то думает, что зарплата. Я знаю. Согласен? Я знаю. Я знаю, что честно, у вас зарплаты невысокие. Я встречался с блогерами. Кстати, вас СМИ-то внесли или нет? Вот я буду сейчас регистрироваться, конечно, у меня больше 3000 подписчиков. А какой у вас блог? Как называется? Меня зовут Ярослав Старухин. Ярослав Старухин? Да. Можете сфотографировать. Вас сфотографировать? Да не меня, паспорт мой. Ну зачем? Зачем? Ну запомните. Я же нормальный человек, согласен. А вы, кстати, в курсе, что загранпаспорт на территории Российской Федерации не качественный? На обмене.
Не, ну просто согласен с вами по закону. Конечно, видите, что он загранпаспорт там... только для заграницы. Да, вот справочка у меня специально для этого. Ну так давайте еще с вами поговорим. Не могу, все, на меня ждут. Давайте. Счастливо. Нормально. Вот прошла рабочая беседа, дорогие друзья. Все хотят вне камеры поговорить. Кто, до чего, да как. Камере еще привыкнуть надо. А? Камере привыкнуть надо. Надо. Переведем деньги Юрию Сафронову из «Золотой рыбки». Василию я передал 1000 рублей, а сейчас Василию переведем 2000. А с Western Union потом снимем. Стоп, пока снято. Пшшш.